На самом деле, раздутые новогодние праздники, раздутые майские праздники – это один из таких экономических, культурных, психологических синдромов, симптомов такого расслабленного состояния общества, по сути, состояние, при котором государство нам говорит: ваша занятость нас не интересует. Нас интересует, основной продукт создается не вами. Основной продукт создается на производствах, которые имеют непрерывный цикл. Это добыча нефти, выплавка металлов и поступают на экспорт в сыром виде за рубеж. В этой модели все остальные являются, в общем-то, лишними людьми в какой-то степени. И в лучшем случае могут получать свою очень скромную долю от сырьевой ренты. Их собственная занятость, их собственный труд не воспринимается как нечто необходимое, созидательное. Если мы изменим эту модель, то мы должны будем изменить и отношение к труду, и быть более требовательными друг к другу по отношению к государству. Но, соответственно, быть готовыми к большей требовательности со стороны государства. Сегодня для этой требовательности, еще раз говорю, просто нет предпосылок. Потому что если государство говорит: работайте больше, затяните пояса, элита должна сама подавать пример. Мы этого не видим. Поэтому в какой-то степени вот эти большие праздники – это элемент такого негласного договора между правящей элитой и обществом о том, что вы делаете вид, что работаете, мы делаем вид, что вами управляем или что развиваем страну.